Праздник Пасхи к нам приходит, дарит нам любовь. Ведь Иисус воскрес сегодня, говорим мы вновь. Он нам подарил надежду, заботу, научил нас жить, доброту, заботу, нежность, в душах сохранить. Аминь. С радостным праздником звонкой весны вас я желаю поздравить. Прочь равнодушие, слезы стесниц, будем воскресшего славить. Жизнь даровал Искупитель Христос, может ли в сердце быть камень? Если тревожит тяжелый вопрос, с Господом он разрешаем. Повода нет унывать и грустить в этот великий день светлый. Надо в свой дом Иисуса впустить, жить, чтобы жизнью победной. Аминь. Торжественнее сегодня в Божьем доме воскресный праздник всех друзей собрал. Соседей звали мы и незнакомых, что Бог спасение многим даровал. Стихи и гимны в честь победы славной услышат много наш красивый зал. Но мы хотим, чтоб души услыхали, что Бог спасение миру даровал. Откройте окна, двери распахните, услышьте, как Господь к вам всем воззвал. И для себя сегодня уясните, вам Бог спасение лично даровал. Напрасно недругов старания, в конец расправиться с Христом. Иисус воскрес порою ранней, и род людской узнал о том. Воскрес он в правде убеждая, воскрес для счастья всех людей, воскрес надежду утверждая, на оправдание на суде. Нам не дано умом измерить всю суть с ним связанных чудес, но мы имеем счастье верить, что Иисус для нас воскрес. Аминь.